Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть в игру Сингулярность. Нам осталось вроде недолго. Текущая цель отображена в меню паузы. А как паузу нажимать? Ну ладно. Доктор Борисов, прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти у порта. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Центральный порт, каторги 12. Нам повезло, что поезд устоял, а то пришлось бы идти пешком. Разбегайтесь, давайте. Пошли, пошли, пошли отсюда, пошли. Вон, кыш, кыш, таракашки. Я рада, что мы встретились рано. Пусть это и станет самым страшным эпизодом моей жизни. Ступайте вперед и найдите корабль. Я останусь здесь и попробую связаться с доктором Борисовым. Поспешите, Демичев наверняка близко. Поспешите, хорошо, я поспешу. Раз ты здесь будешь меня ждать. Красавица! Я поспешу. Так, второе оружие какое у меня? Давай перезарядим. Вот так. Но сейчас пока будет автомат. Так. Я вижу его. Вон там еще. А, там это, по-моему. Блин. А где мне ящик-то взять? Как сюда запрыгивает? Давайте посмотрим, как я смогу забрать. Опа! Опа! Оп! Хоп! Нету ничего. Так, ага, значит здесь по-любому... Вот так, а мне куда надо? Ага. Тут по-любому должны быть ящики. Ух ты, штуку усовершенствую сейчас. Так, подожди, перед тем, как усовершенствую... Блин. Да что за... Вот так. Так, минутку. Блин. Ух ты. Взяли батарею, так. Сюда. Сюда. Открыть. Взяли. Так, выше ничего нету. Разбег. Прыжок. Как хрен, там не допрыгнули. Ладно, пойдемте усовершенствуем свою штуку. И... Ага. Блин, а что бы мне взять-то? Так. Так. А мне ни на что не хватает. А нет, вот. Уменьшение урона от рукопашной. Так. Медработник. Так, увеличение максимального запаса аптечек. Вот так, наверное, я не знаю, что еще. Емкость для МВП, увеличение максимального запаса. Ну и все. Уж, что было? Блин, здесь по-любому где-то сундук стоит. И по-любому здесь опасность есть. Еще набрали. Эй, нет, стой. Для начала я залезу сюда. Вот так. А вот теперь усовершенствование ВП. Вы нашли энергетический вампир. Пополнение запаса энергии ВП за каждого убитого противника. Блин, вот что мне надо. Это надо прокачать срочно. Надеюсь, это как всего лишь косарь стоит. Так.
Вот он. Сундук. Но для начала ты мне не здесь нужен. Пойдем сюда. Я тут запрыгнуть не могу. И ты мне в этом поможешь. Что там еще есть? Ну, вроде все, ладно. Твою ж мать, какой-то неповоротливый. Кстати, снимаю это 8 марта, поэтому если меня смотрят девушки, с праздником вас, когда бы вы не смотрели, знаете, что 8 марта я вас поздравлял. Итак, блин, 2000. Ни хрена себе. На тебе. Блин. Вот и получил. Жуки, ёб твою мать. Максимум, ага. Давайте прочтем. Борисов ошибается. Борисов. О. Стоять. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Нету ничего примечательного такого. Есть что-то, патроны для пистолета. Кстати, кто-то может с пистолетом проходит это, так сказать, рейнджер, чтобы херак. О, иди сюда. Херак, и вот так на пистолетах. Так. Давай. Вот так. Интересно знать, меня никто там не хочет пристрелить случайно. Нет. Вертолет на подходе. Осторожно. Хорошо. Вот так. Что у нас здесь? Ну, можно патроны купить, но я не хочу покупать. За счет того, что я хочу накопить эти штуки, где с трупов буду получать. Блин, жалко, что сохраниться нельзя. О, кстати, мне вот интересно, а если вертолет заморозить, ничего? Задание выполнено. Вон он бежит, падла. Ух ты, ух ты. Давай возьмем эту штуку, блин. Так, вот сейчас у нас проблема — взрыв. Это взрыв прошлого. Сейчас нам прошлое будут показывать. Мы будем воевать в прошлом. Введен строжайший карантин. Незнакомое лицо, проверяйте документы. Проверяйте досконально. Прикройте меня! Я
Давай. Вот вам суету навел. На. Давай-ка еще раз. И еще разок. На. Смотрите, и руку, и ногу оторвало. Вот эти патроны не стоит жалеть, потому что навряд ли вы где ими воспользуетесь еще. Поэтому можете израсходовать их налево-направо. Давай. Кто-нибудь. На. Давайте по ногам. Те, кто в броне, по ногам. На. На. Вот так. Ногу отрезали. Давайте, тут где-то наверху же было. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Что, у меня еще есть патроны? Ох ты, вот если бы ты не стрелял, ты бы, может быть, ну не факт, что выжил. Конечно. Ой-ой-ой. Итак, у нас объявился новый самоубийца. На. Ох, идиотинушка же ты. Так, а мы тут что? Мы тут все собираем. Блин. Что у нас? Блин, у меня 340 только. Что-то убавилось, не понимаю, чего там. Итак. Что мы тут можем взять? Взяли. Надо два косаря, да, по-моему, набрать-то там. Ох, смотрите, не тратьте попусту. Так вот, с трупаков вы сколько могли бы поиметь? Это было бы очень даже. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Я хочу просто насобирать. Нет, не рук. И не ног. Я хочу насобирать, чтобы приобрести себе это. Так, перебинтуемся тогда. Если мы такие крутые, что ж теперь? Понятно. Вы тут рассчитывали на бой сильный. А бой-то не получилось, да? И что мне теперь? Ух ты. А, это выйти можно здесь было. Ага, все-таки вы думали, что я здесь буду прям пипец как стрелять. Да вот, извините.
Не получилось. Вот вторая вспышка, и мы возвращаемся в нашу, в наше время. Рэнка, надеюсь, ты жив. Конечно. Я потеряла твой сигнал на пару секунд. Я связалась с доктором Барисовым. Капитан Рэнка, похоже, попал в очередную временную аномалию. Видимо, из-за бомбы Е-99. Оказавшись в воде, снаряд стал нестабильным. Давай. Итак, корабль затоплен в порту. Что будем делать? Все просто. Ренко использует МВП. Капитан, на пристани есть поврежденная платформа-усилитель. Восстановите батарею, что находится под ней, и вы сможете поднять жемчужину. Ух ты, как у Джека Воробья, жемчужина. Так. Нет. Вот так, что мы взяли? Рационализатор, пополнение запаса энергии ВП и побои боеприпасов. Блин, вот тоже надо прокачать. Записки бригадира 20 ноября 1954 года. Прибыл еще один корабль, третий за последние две недели. Поразительно, сколько всего привозят в каторгу 12. Строительство идет очень быстро, но я не знаю, как долго мы сможем работать в таком темпе. Рабочие выдохлись, так и до несчастного случая недалеко. Понятно. Так, боеприпасы у меня полные. Так, плывем. Так, куда мне? Так. Мы что-то сделали, ага, что-то улучшилось. Вода спала, насосы какие-то заработали, как я понимаю. Ну хорошо. Ух ты, оружейный ящичек. Могу прокачать оружие. Кстати, прокачивайте оружие обдуманно. Смотрите, с каким оружием вам комфортнее, с каким удобнее, то и прокачивайте. Так, подожди, а я воду-то откачал. И что дальше? Мне-то куда? Хрен, там не сюда. Так, ладно. И не сюда. Обратно, что ли? А зачем мне обратно? Нет, все-таки мне туда надо. А, вот зачем. Так что ошибочка вышла. Мы же и корабль этот, ну, починить же надо. Правда, это починка временно будет. Видите, я там охренеть как чиню корабль. Опа, опа. Ну это все временный эффект. Надо успевать. Еще и меня же парафинил этой водой. Блин. Ладно. Так. Бежим на корабль. Капитан, у вас получилось! Конечно. Мы подняли корабль. Мы видим его отсюда. Мы с Кэтрин направляемся в порт. Он рыба даже и тут есть. Нас. Бомба находится в грузовом отсеке под палубой. Рэнко, поспешите. Демичев не мог не заметить всплытие корабля. Я слышу шум вертолетных роторов. Блин, да я по-любому это... Не скрыть. Это же корабль. Капитан, учтите. МВП действует на большие объекты, вроде кораблей, лишь короткое время. Судно снова уйдет под воду. Хватайте бомбу и как можно скорее уносите оттуда ноги. Да если бы.
Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что мы тут берем? Не беспокойтесь, пользуйтесь всем, что есть у вас под рукой. Хреначьте все налево и направо. Ренка, мы в порту, но повсюду солдаты Демичева. Вертолеты доставляют нас на корабль. Будь на чеку. Так и так. Не знаю даже, где их ожидать-то можно. Давай, открывайся. Как я могу быстрее, если тут двери открываются по столько времени? Давайте послушаем. Личный дневник 22 ноября 1955 года. Мы приняли на борт предмет, который доктор Демичев называет бомбой Е-99. Неприятно держать такое в трюме. Бомба не прошла испытания. Она опасна. Я приказал офицерам не подпускать никого к трюму. Надеюсь, море будет спокойным на обратном пути. Вот так. Даже капитан считает ее опасной. Что уж говорить о нас. Но здесь чертеж корабля. Нам он, конечно, непонятен, но... Все же. Блин, это игла хрень. Так. Григорий говорит, что капитан запретил заходить в кормовой отсек. Там какая-то новая бомба, которую нужно доставить в Москву. Вот бы на нее посмотреть. Ух ты. Давай, мне все нужно. Никак, да? Плохо. Но. Не работает. Хорошо. Что надо сделать, чтобы ты заработал? Вот так. Использовать. Открывается отсек. Ну как, все предусмотрительно. Правда, что за корабль такой, господи, все автоматизировано. Это же очень плохо. Случись что и все. Так. Вот и все. Вроде как со всеми расправился. Все. Давай берем аптечку. Где ты, падла? Опаньки, тут уже все рушится. Пристрелил. И чем это помогло? Мне помогло, а ему вот, ну, ничем не помогает.
Давай туда. Давай. Кто тебя убьет? Убьют? Нет? Нет, сам. Сам. Так, так, так. Мы идем. Сначала сюда. Взяли. Зачем мне оружие-то менять? Меня пока все устраивает. Так, вы нашли броня уменьшения урона в дальнем бою. Вход в кормовой грузовой отсек строго запрещается. На борту находится опасный военный груз, который необходимо доставить в целости и сохранности. В ближайшее время будут назначены дежурные по отсеку. Обязанность дежурного проверять груз 3 раза в день, а также в любое время по моему требованию во благо Родины. Понятно. А, это... Да куда вы? На! В бошку. Вот так. Я думаю, вам этого должно хватить. Вы же идиоты. Давай, берем. Я все возьму. Мне дай хоть яд. Все приму. Так, дорогая моя Аня, мы скоро покидаем каторгу. Второй раз за все это время. Еще 2 рейса, и мне дадут отпуск. Жду не дождусь, когда мы увидимся. Я расскажу тебе об этом острове. Не поверишь, чем они тут занимаются. Люблю, Тимур. Тимурка! У меня племяш Тимур. Тимур и его команда. Давайте. Нет. Ага. Нет, ага. Ладно. Тихо. Ты откуда такой шустрый вышел? На. Что у тебя тут есть? О, как благородно с твоей стороны. Ну, спасибо, спасибо. Сюда пошел. Давай. Послушаем. Личный дневник. 22 ноября 1955 года. Сегодня вечером ко мне подошел Роман, весь испуганный. Он вернулся в Е-99. Светится. Я решил осмотреть лично. Действительно, от контейнера исходит странное оранжевое сияние. Я тут же связался с Демичевым. Он меня успокоил, сказал, что это из-за Е-99. Он утверждает, что бомба безопасна для перевозки. Но что-то я сомневаюсь. Так или иначе, мы отчаливаем утром. График срывать нельзя. Вот так вот. Идем дальше. Но... А здесь ничего нету? Блин, ничего не видно. Такого никакого эффекта нету. Блин. Таких технологий в самом конце пипец. Не успел, да? Понятно. Вот значит как. Давайте почитаем. Спасайся, кто может, судно тонет. Ну, это мы знаем. Судя по навигатору, вы сейчас в трюме. Отлично. Бомба находится совсем рядом. Бомба-то рядом. Да мало ли кто рядом со мной еще может находиться в это время. Тут всякие монстры, знаете ж, которые хотят меня счавкать. Так.
Давай разберись со своими тараканами там. Вот так. Ох, как я классно все это обыграл. На, взял. Хорошо. Это мне повезло. Блин. На. Спецназ. Ну, неплохо. Они тут прошелестели, раз что их. Я же их слышу. Я же не глухой. Получили. По заслугам. Мне нужно подкрепление. Вот так. Давайте посмотрим, что я могу приобрести. Так, при подборе боеприпасов. Где тут еще был вампиризм? Где вампиризм? Самооборона. Нет. Ага. Броня. Метро. Вот емкость для МВП. Да, короче, я не знаю, что сделал, то сделал. Все равно все ушли в Африю, только ушли, только в путь. Блин, блинский. Идем дальше. Давай возьмем. Все возьмем. Тихо. Да тихо ты. Стреляй, стреляй. На. Стреляю. Думаю, вам хватит. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто у нас? Он идет. Кто идет? Начал тонуть. Ему не выбраться, там слишком много солдат. Ни хрена себе, меня сейчас столько-то пробило. Куда вы собрались? На корабль. Ренка, я буду у тебя через минуту и отвлеку солдат на себя. Здорово ты придумала. Мне бы аптечек вот сейчас бы. Очень бы помогли. Солдаты Демичева перекрыли выходы из трюма. Капитан, вы упустили свой шанс. Заткнись. Ренка, бери бомбу. Я задержу их, чтобы ты успел выбраться. Так. Так, сюда мы не можем. Блин, я думал, туда вот можем хотя бы.
Ага, нет, здесь мы были, поэтому нам сюда не надо. Хорошо. Кислород. Давай. Плывем. Взять бомбу. О, так это бомба, я уже до нее дошел. Так, ну давай, хватай быстрее. Это чудо техники. Вот так. И это что такое? А. Тихо, тихо, тихо. Так. Теперь сваливать надо. Ну. Блин. Хрен там. Блин, близкий. Мне по-любому сюда, на сундук на этот надо. Ага. Что тут? Давай. Пойдем, 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 пойдем. Стоять. Что я взял? Вампир. Пополнение запаса здоровья за каждого убитого. Так. Тоже неплохо. Но почему-то в конце. Это такую штуку надо вначале давать. Бонусов. Так. Здесь у нас что? Ага, мне вот туда бежит. Хорошо. Нет, не забывай, что мне нужно, надо же еще собирать по дороге эти ешки. Сюда, за поворотом, ничего нет. Бежим. За поворотом ничего нет, ничего. Ух ты. Так. Давай, 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 давай. Плыви, плыви, плыви. Стоять. А куда ты плывешь? А, ты сам плывешь, без меня. Ты прям знал, что он здесь находится. Капитан Ренко, слава богу, вы целы. Конечно. Позвольте вам помочь. Позволяю. Помогай. У вас получилось. Бомба еще бы. 99. Значит, не все потеряно. И что ты мне скажешь? Ну, думаю, на этом все. Увидимся в следующей серии. А сейчас пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставим лайки и обязательно оставляем комментарии.